Приветствую всех в школе хорошего настроения. И сегодня мы будем с вами декорировать бампер для телефона стразами и росписью. Нам понадобится сам чехол для телефона в количестве 2 штук, стразы, пинцет, чтобы их хватать, перманентные маркеры на ваш выбор, клей для типсов, потому что он держит намертво, деревянная палочка и вот такой декоративный песочек для декорирования искусственных ногтей. И, конечно же, баночка со спиртом, в первую очередь для обезжиривания поверхности. После того, как мы обезжирили поверхность, мы приступаем к зарисовке узора. Я буду рисовать турецкий огурец. Еще его называют индийским огурцом или узором Пейсли. Его обладатели ждет удачи и успех, а еще он приносит счастье. Я буду расписывать сразу 2 бампера для себя и для сестры в подарок. Thank you.
Если вам понравился мой мастер-класс, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До встречи в новом видео!